Как вы думаете, возможно ли выехать в карантин на море? Как раз сейчас мы это собираемся выяснить. Очередная наша поездка на море, на косу Чушка. Докуда, интересно, мы доедем? Чтобы меня не посадили одного, когда нас словят, я, конечно же, покажу всех главных действующих лиц. Антон. Женя. Ольга. Пожелайте нам успеха. Едем где-то час. Первый пост нам встретился на объездной Славянска. Сделав лица кирпичами, мы успешно его проехали. Сейчас въехали в Славянск. Уже закат. Вечереет. Мы проехали Курчанскую, подъезжаем к Темрюку. Красивое небо, справа какой-то лиман. Наступила почти ночь, мы еще не доехали. До Ильича осталось 10 километров и море. Считаем, что мы прорвались. Итак, мы приехали, встали в какой-то траве. Ничего не видно, потом поснимаешь. В общем, мы приехали, расставили палатки. Вторая. Разожгли костер. Покушали. Даже покупаться успели, но я не снимал. Сейчас сидим, балдеем и греемся. Вот она, моречка. Там вдалеке видно Крымский мост и даже арку. И сегодня полнолуние. Красота. Итак, доброе утро. Мы переночевали. Вылазим из палатки. Что у нас тут? Море. Кто у нас тут? Женя спит. Антон уже встал. Тут мы вчера костерчик жгли. Там Крым видно. И даже чуть-чуть мост. Арку. Хорошо. На завтрак у нас картошка будет с рыбными консервами. Вчера был полный штиль, а сегодня чуть-чуть ветер. Нанесло муляки. Море!
вода достаточно чистая. Но холодная. Что ты там отстаешь? Бубенцы, бубенцы радостно звенят у Антона. Сейчас посмотрим, что под водой. Давай, ныряй! Ну как? Ты чувствуешь? Картофанчик готов. Скумбрия открыта. Пиво налито. Да. Что да? Да. Всегда говорит да. Ты с нами пойдешь, по-моему? Да можно. Пацаны решили с утра прям шашлык пожарить. Загорайте. Решили мы прогуляться по косе. Вот идем уже 2 километра прошли. Как ты забыл? Никого нет. По тропам рапангов. Еще 6 километров, наверное, до конца. Это за такое интересно. Песчаный таракан. Такие интересные штуки лежат. Шаланда без дна. Полная кефали. Вот это? Да, да, вот. Ну, понял, старого. Какое-то рыбхозяйство. Антон украл здесь палку. Нет, ты же снимаешь. Вначале снимай. Так. Что ты снимаешь? Расскажите, зачем вам доска? Сейчас увидишь, что впереди. Сейчас будем забирать до зубрина. Перебегаем. Можно я сяду посередине? Нет. Какие жадные. Иисус, куда крест несешь? Иерусалим. А ты кто такой? Я помогаю просто. Товарищ Иисус,
Тут птичке плохо. Поможете? Блядь, Вова. Вова. Бля. Не поможете, да? Я не помогу. Я думал, вы помогаете всем. Птичка, извини. Машина. Она по автобанам прилетает. Застряла в траве. Ты хозяин долбоёб? С чем он купил такую машину? Ты хочешь сразу туда унести? Мы погуляли, поели, попили. И у нас обеденный сон. Это требует мести. Он поразил меня. Где оно? Собаки уже выходят. We'll be right back.
так надо, вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот. Она хотела меня накрыть, волна. Об этом всем. Итак, мы накупались, наелись, последние сборы, вот наше место, прощай, вернее, до свидания. Поехали домой, ну не совсем домой, может еще сейчас заедем кое-куда. Опасный момент, машина низкая. Я не джипер, блядь. Кто не джипер? Кто не джипер? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Мы заехали в порт Кавказ, хотели на мост посмотреть, на Крымский. Тут непонятно вообще, что происходит. Поселочек Чушка, все дома разрушены, ни одного жильца не осталось. Захотели до конца косы доехать, но тут бетонными плитами огорожено, заброшенный поселок Чушка, уже никто не живет. Сейчас прогуляемся. Вот мы в какую-то заброшку зашли. Книг куча. Блин, тут рояль был. О, нифига, книг, смотри сколько. Умом и сердцем. Химия. Федор. Запах такой прям старого дома.
Блин, Кремлин. Это самая находка, что находишь в старых домах. Ну, фотографии людей, которые тут жили. Это самое такое жуткое, прикинь. Наша поездка подошла к концу. Все уставшие, загорелые. Едем домой.